Так, Митрофан проходим. Там не знаю, ничего не вижу. Будем проходить, короче. Ни черта не видать. Все темновато. Куда-то я не туда полез, походу. Иди ко мне! Сейчас покажет жизнь, где мелко, а где глубоко. Главное держать нос по ветру, чтобы нос не разворачивало. Если что, хватаешь шест и упираешься. Но шест не ломаешь. И слушай воду, как у меня за мотором бурлит. Резко не прыгай, чтобы резко не цепануть. А все плавно, хватило, все, дальше не лезь. Понимаешь, правильно объясняю? Все будет четко. Вода позволяет. Мы должны сегодня ездить без шестов. Просто вот играть водой. Перекат, конечно, серьезный, Митрофан, еще затяжной. С ним никогда ничего не поменяется. Его не промоет. Его веками, не то что веками, тысячелетиями не промыло, и сейчас не промоет. Он только может мельчать. Вот он еще, он там все до самого поворота, это дыркачество. Сейчас немножко тут отдохнуть можно, перескочить. Сейчас на выходе опять ебаль начнется. Извиняюсь. Но это жизнь. Сашка на тубореточке. Все нормально, Сань, все хорошо. Вода дает. Мы кайфуем практически. Вот. И там вот до поворота. Но долго, затяжное видео. Чего я не буду уже снимать? Согласитесь, что это как бы надоедает. Вы поняли суть. Сейчас все мелко как бы. Вот когда, допустим, летом, чуть, вот там избушечка. Старенькая уже. Лестницу снова починили, смотрю. Летом, когда воды поменьше, тут просто тыркотня. Тут возня, выпрыгиваешь с лодки, немножко там где-то протолкнешь. Ну, это, конечно, совсем когда мелко. Так при хорошем напарнике все красиво получается. Когда команда работает, никто не тупит. Но нужен опыт. Без опыта никуда. Давайте, удачи. Вот подъезжаем мы перекат. К перекату называется Степан Каныр. Это давным-давно, не знаю в каком, просто история как бы здесь не упоминается. Здесь все упоминается только с начала социализма. Этого не найдешь в каком году, когда это произошло. Но говорят, что здесь русский купец перевернулся, на плоту спускался. И здесь вот у нас Печорский водораздел. А там есть такое место, перевалок, где переправляли купцов, торговцев, семья Рочевых. Они их перетаскивали на волокушах, и здесь они, ну, торговали пушниной там, что придется. И вот этот легендарный перекат. Сейчас мы немножко до него, вот я его буду сейчас проходить. Увидите, там такие бегемоты. Говорят, что он на них зацепился, и как бы здесь оставил свой товар, все. И после этого стали называть этот перекат Степан Каныр. Степанка нырнул. Вот как-то так. Сейчас мы к ним подъедем, посмотрите. Вообще, сейчас вода, конечно, побольше. Так, когда они больше открыты. Ну, действительно, бегемоты каменные. Здесь хочу... А, они под водой, закрыто. Плохо видно.
Я сейчас сам еще забурюсь на них. На них еще напасть можно налететь. Вот там сейчас вдали, когда пройду сейчас перекатик, чтобы мне не отвлекаться, покажу вам. Вот они здесь в воде, такие большие. А вот там видно, в лопухах, уже такие как бегемоты. Вон еще на дне видно. Вам, наверное, не будет видно, мне видать. Ну вот такая вот былица, не былица, правда, неправда, не знаю. Мы все в нее верим. Это наша история. Оп, зацепил один из камушков. Всякое бывает. Ну давайте, удачи. Ребят, мы подъезжаем в переволок. Вот перекатик прохожу. Вот там вот на полянке. Вот тут вот, видите? Такой обзорчик вам. Мы сейчас остановимся. Но там крест стоит. Там дальше у них кладбище. Я обзор там не буду ходить делать. Ну, не люблю я эти дела. Это ихняя жизнь. Вот на этой поляне раньше жила семья Рочевых. 8 домов. И вот я застал только один. Ну, уже заброшенный, там никто не жил. Не то, что заброшенный, ну, не жили. И здесь вот такой перекресток. Вот туда вот 12 километров таскали они с другого водораздела. Ну, купцов перетаскивали. В обмен там на соль, сахар, все остальное. Я что-то заговорился. Мы хотели остановиться здесь. Вот. Остановимся. Ну, мы с Саньком немножко перекусим. Обзоры я делать не буду. Так что до связи, до следующих мест. Дальше вам потом скалу сниму. Снизу, правда. Наверх не полезу.